Пограничники изъяли спрятанные в колесах автомобиля на свай. В автотранспортном отделении Курмангазинского района автомашина марки ПАЗ, которая ехала в направлении Хорезм-Санкт-Петербург, была тщательно проверена. В результате внутри запасного колеса был обнаружен порошок зеленого цвета весом более 70 килограмм. Так была пересечена еще одна контрабанда на свае. Нарушители являются гражданами Узбекистана. Граждане Узбекистана, нарушившие закон, были переданы в компетентное учреждение по Курмангазинскому району. Расследование продолжается. Пограничники департамента пограничной службы КНБ Республики Казахстан по Атырауской области пресекли действия контрабандистов во время их въезда в иностранное государство. Они смогли обнаружить вещество, находящееся в труднодоступном месте.